Здравствуйте, друзья! С вами я, Пингвиненок. Сегодня мы поговорим о, так сказать, царе Ледовитого океана. Он занесен в Красную книгу России и Тюменской области. Конечно, это белый медведь, брат бурого медведя. Вечная мерзлота крайнего севера – это его стихия. Белый медведь прекрасно чувствует себя на льдинах, на которых может дрейфовать по нескольку месяцев. Белый медведь достигает размера до 3 метров, а веса более 700 килограммов. Настоящий великан! Северный хозяин может выдерживать холода до минус 80 градусов. Его защищает толстый слой жира, теплая шерсть, а на ступнях густой подшерсток. Удивительно, но несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи быстро и ловко плавают, разгоняясь до 6,5 км в час, а выходят из воды практически сухой шерстью. Они искусно ныряют, оставаясь несколько минут под водой, даже медвежата. А вот и подтверждение. Посмотрите фрагмент из мультфильма «Умка». Может, пойдем к морю? Айда, пошли! Ныряй, поплаваем! Да ты что, вода холодная! Жарко! Ой, я уж думал, ты утонул! Медведи не тонут! Умка! Друзья, а знаете ли вы, что эти животные – большие чистюли? Каждый день очищают себя по 15-20 минут. У белого медведя хорошее зрение и слух, но лучше всего развито обоняние. Зверь очень любопытен и обследует каждый попавшийся ему подозрительный предмет. Для осмотра окрестностей он часто сбирается на ледяные глыбы. Смело охотится на тюленей, моржей, ловко ловит рыбу. Медведь не имеет соперников, он здесь главный, но главнее его – человек. Друзья, а как же появляется потомство? Оказывается, самцы круглый год бродят среди белых снегов и ледяных глыб, а вот самки залегают в снежные берлоги, и к концу зимы у них рождаются крошечные медвежата. Очень похожие на слепых котят, весом всего 500-600 граммов. Мама-медведица их кормит молоком, согревает и в любую минуту готова защитить свое чадо. Белые медведицы очень хорошие и заботливые мамы, учат своих детенышей сначала плавать, а потом ловить рыбу и охотиться. Вместе это белое семейство живет более 2 лет. А потом, всему научив своих детей, мать отпускает их в самостоятельную жизнь. Дорогие друзья, в заключение предлагаю решить задачку. А помочь вам в этом могут взрослые. Бурый медведь и его северный брат вместе весят 950 килограммов. Белый медведь весит на 150 килограммов больше бурого. Сколько килограммов весит каждый медведь? Надеюсь, наша встреча была полезной и интересной. На этом я прощаюсь с вами. Пока! Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ос. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря, трутся об ос медведи, вертится земля.